В областном центре решили внедрить новую технологию по контролю и обследованию придомовой территории. В качестве новой рабочей единицы выступают дроны. Идея по их внедрению появилась после того, как прошел мощный циклон, который накрыл юг Сахалина в январе. Раньше для того, чтобы провести мониторинг без взаимодействия с юридическим лицом, инспектор государственной жилищной инспекции, либо муниципальной жилищной инспекции, выходил на мониторинг пешком. При этом, тратя достаточно много времени на обследование территории многоквартирных домов, и не всегда это было, так скажем, объемно и эффективно. Беспилотники работают на высоте 5-9-этажных домов с автономным временем работы до 40 минут. За это время коптер должен успеть зафиксировать недостатки в обслуживании домов и дворов. Эту информацию передадут в жилищную инспекцию, где уже в свою очередь займутся устранением недочетов.